Всем привет, меня зовут Сергей, и добро пожаловать на обзор нового игрового каталога, который называется «Гламурный винтаж». Да, ребятки, совсем недавно вышел новый игровой каталог «Гламурный винтаж». И сразу скажу, если честно, он и напоминает Roaring Heights из The Sims 3. Ну а сегодня мы с вами приступим к изучению одежды из данного каталога. И начнем, пожалуй, с женской одежды. Верхняя часть одежды всего две кофточки, то есть такая вот черненькая. Мне не нравится. Вот. И она также имеет различные расцветки. А все расцветки однотонные, без каких-либо переливов, переходов, ну, потому что это винтажный стиль. И вторая кофточка с коротким рукавом, с вырезом на спине, и она мне нравится намного больше. Она такая прям винтажная, классная, а также имеет различные расцветки. Все расцветки здесь однотонные, без каких-либо переходов и переливов. Вот. Мне очень нравится данная кофта, особенно вот в бордовом таком цвете, она очень красивая. Дальше приступаем к нарядам в полный рост. Из нарядов в полный рост у нас имеется вот такое вот платье, классное, двухцветное, еще второй цвет переходит в первый цвет, именно до пола, очень классное. А расцветки у него есть как двойные, так и одинарные, получается у нас 4 двойных. И все остальные одинарные расцветки, в принципе, данное платье мне, ну, если, например, поменять прическу персонажа, то, возможно, еще более-менее как-то она мне понравится. Следующее платье похоже на домашний халат, если честно, вот, такой домашний халатик с пояском, чтобы завязать в бандик, вот так вот. Также оно имеет различные расцветки, все эти расцветки получаются у нас однотонные. Они однотонные относительно. Например, выбираем бордовый, и тут есть, например, платье в основном бордовое, но верхняя часть, она светло-бордовая. То есть и во всех остальных также цветах. Платье синее, здесь оно светло-синее. Вот, то есть просто меняется оттенок на более светлый. Также все расцветки у нас являются однотонными. И вот, вот это классное, кстати, классное, красное. Классное красное платье, вот. И третий наряд, который носят дворецкие. Вот, да, это новое введение в игру, это дворецкий, и для него имеется наряд. Также он есть двухцветный, есть одноцветный, вот прям белый нарядик классный. Я бы хотел видеть у дворецкого у себя дома в белом наряде, было бы очень круто. Вот, и зелененький, да, просто это у нас зелененький, с таким бирюзовым галстуком, в принципе, неплохо. Дальше переходим в нижнюю часть одежды. В нижней части одежды для девушек у нас добавили только одну юбку, ну и также у нее имеются все те же расцветки. Скорее всего, данная юбка у нас комбинирует с вот этой вот верхней одеждой, вот с этой вот, скорее всего, кофточкой, она, наверное, у нас будет или вот с этой вот, наверное, вот с этой вот, да. Вот вся кофточка, верхняя и юбка, они у нас в одной комбинации цветовой. Вот, поэтому, но вот это вот не подходит сюда. Нет, нет, не подходит. Для этой кофточки низа не добавили. Из аксессуаров у нас добавили часы на левую руку и часы на правую руку. Но мне больше нравятся, разумеется, часы, которые на правой руке. Они более такие винтажные, более такие вот классные, прикольные. Они мне нравятся больше. А с обувью в этом каталоге все более как-то разнообразнее. Целых 3 штуки для девушек у нас. Вот такие туфельки имеют расцветку, похожую на вот эту юбку. То есть они похожи по расцветкам. Скорее всего, это можно скомбинировать целый наряд. Например, давайте кофточку оденем, вот эту вот, и возьмем, например, красную. А вот этой юбке мы, например, сделаем красный цвет. И в обуви мы поставим этим ботинкам тоже красный цвет. Вот, это полный комплект наряда для гламурного винтажа. Похож такой на старенький, такой прям старенький бабушкин гардероб. Вот так его можно назвать, но в принципе винтажно, винтажно. Дальше вот такие ботинки с длинным-длинным носом. Это прям что-то жестокое. Расцветки более темные, в основном темные, но есть белые, но если белый, то он тоже какой-то такой темновато-белый, серый похож вообще на черный, черный прям такой глубокий-глубокий черный, вот, а белый есть такой, ну, есть такой белый, это более серый такой, есть чисто белый,
Но в основном цвета все темненькие у этой обуви. И вот такие ботинки, тоже не с длинным носом, но на застежке. Тут такие же, нет, тут более светлые тона. Да, тут более такие светлые тона. Да. Но все ботинки с длинным носом, как у шипокляк. Итак, в этом каталоге для девушек добавили две прически. Одна вот такая вот волной, с коротким таким вот. Цвета, в принципе, стандартные все, ничего в них спец такого эффектного, не, ну, нормально абсолютно, цвета стандартные, вот. И вторая прическа, это вот такая прическа с каким-то зачесом сбоку. Но, заметьте, что все прически короткие, более такие выдержанные, сдержанные прически, очень классные. Разумеется, для этих причесок нужны тона более темные. Разумеется, этот наряд, конечно, фуфло полное, потому что, как бы, ну, вообще ничего не сочетается, кроме юбки и вот этой вот кофточки верхней. Но прическа мне очень нравится. Головные уборы у нас там не добавили, я как посмотрю, да, у нас головных уборов нету с данным каталогом, правильно, их нету. Дальше аксессуары для лица. Давайте же посмотрим, что у нас тут добавили, что, надеюсь, чего-нибудь есть. Есть! Добавили две пары сережек, вот такие вот сережечки. Цвета у них однотонные, все, ну потому что это серьги и потому что это гламурный винтаж. В принципе, серьги очень классные, они переливаются на солнце, блестят, в принципе, прикольные. Все проработано в плане, как бы, ну, блеск у них очень классный. А дальше вот такие вот капельки, просто кружочек и маленькая такая капелька. В принципе, да, как и прически, серьги тут тоже такие сдержанные, как бы, ну, не сильно такие прям шикарные, бомбезные какие-то, но сдержанный такой каталог, классный, мне нравится. Добавили также очки, больше очки похожи такие на ретро-винтаж, ну, правильно, потому что каталог винтаж. Мне кажется, я бы свои симки такие очки не одел, но если бы, за исключением, наверное, старости. В старости, если сделать гламурную бабулю, то, возможно, как бы, ну, такие очки бы бабули гламурные бы и подошли. Также добавили две подвески. Вот такая подвеска в виде бриллианта, типа как встроенного. Это, скорее всего, вот под эти серьги, потому что они похожие. Ну, вот эта вот капелька, висящая на серьгах, она похожа на то, что висит на шее. Даже цвета, да? Да, вроде, да. Все цвета у нас двухцветные, потому что есть... цвет цепочки и цвет самого камушка. И вторая подвеска, это у нас подвеска вот под эти серьги. Также они двухцветные, это касается веревочки и самих бусинок. Вот. Также есть и одноцветные, да, это, полагаю, да, просто белая. Желтая такая вот, не нравится цвет, вообще не нравится. Если не попытались закосить под золото, то у них плохо получилось. Вот это больше похоже на золото. Угу. Как ни странно, но из косметики в данном каталоге ничего не добавили. Поэтому мы переходим на обзор причесок и одежды для мужчин. У мужчин начнем, пожалуй, наверное, с причесок. Что добавили у мужчин? У мужчин добавили одну прическу, маломальскую такую, но она классная. Я бы своему Симу такую прическу бы одел. Она офигенная, она мне нравится. Она мне реально нравится. Знаете, это похоже сейчас на те прически, которые сейчас молодежь носит. Как бы, ну, то есть, как бы, ну, винтажные прически, они прям классные, они офигенные. Я бы своему Симу такую прическу бы одел, было бы прикольно. Бороды, есть бороды? Давайте посмотрим, если добавили ли винтажные бороды. Нет, винтажных бород у нас не добавили. Головные уборы тоже не добавили. Аксессуары для мужчин, те же самые очки, что и у девушек. Ничего нового. Косметика, ну, косметики даже у девушек нет. Переходим к одежде. По верхней части одежды добавили прикольно такой офисный планктон. Сразу у нас получается парень такой. Но вот, сейчас скажу, вот эта расцветка мне очень нравится. Она подходит, у него волосы подходят под очки, а борода подходит под, вот, под саму кофточку. Хотя борода и волосы одного цвета, просто из-за тени она становится коричневой. Вот, да, а не красненькой, а не рыжей, вот. Так, Цвета у нас все однотонные, помимо галстука. Галстук у нас цвет свой меняет абсолютно на другой. Только тут он в расцветке не указан. И второй такой наряд, плюс у нас рубашка с накидкой сверху.
Вот. Также имеет двухцветовую расцветку. И это более такой прям помпезно выглядит, как-то так тяжело, громоздко. Вот. Поэтому это как-то тяжеловато. Но вот этот вот наряд, мне кажется, его бы не отказался бы носить, наверное, один отец семейства Год. Он бы, наверное, в этом наряде бы пощеголял по улицам. Вот. Но, в принципе, все цвета сочетаются друг с другом, помимо, наверное, ну, вот этого. Такое ощущение, как будто бы просто их нужно было носить отдельно. Вот. Мне вот это вот сочетание синего и черного не нравится. Нет. Вот. Дальше приступаем к нарядам в полный рост. В полный рост у нас имеется такой помпезный халатец. То есть, как бы это чувак, который должен сидеть в кресле, попивать виски, курить там, я не знаю, большую сигару, смотреть на камин. Это вот все, что касается данного наряда. Также у него имеются цветовые расцветки. Всякие вот это вот черно-золотой, прям вообще помпезный. Вот, просто это синий, да, наверное, это фиолетовый, но похоже больше на бордовый. Более такой телесный цвет, я забыл, как он называется. Печалька. Черно-красно-синий, потому что тут он показан как черный, а так он синий, а скорее всего темно. Нет, это черный показывается почему-то. Показывается почему-то черный наряд, а тут у нас, ну, мне кажется, это синий. Или для них это черный. Ладно, пусть он будет черно-красно-черный. С золотыми вставками. Вот, также красный, золотой, белый и бирюзовый такой вот нарядец. Классно. Дальше у нас наряд такой более классный. Я в таких люблю ходить. Ну, как бы рубашка, подтяжки. Ну, правда без галстука. Вот. Он похож на Лазарева из клипа «Это все она». Вот. Прикольный наряд. Винтажный. Винтажный. Вот. Цветовые расцветки у нас вот такие. И также третий наряд у нас является нарядом для нашего дворецкого. Также имеет такие же цветовые расцветки, как и у девушки. Дальше нижняя часть одежды. Нижнюю часть одежды у нас не добавили для мужчин. Аксессуары для тела только наручные часы. Ну, их сейчас из-за наряда не видно, но они такие же, как и у девушки, которые мне понравились. Обувь. Две пары, такая же обувь, как и у девушки. Дальше посмотрим на прически для детей. Начнем с детских. Вот такая причесочка для девушек из этого каталога, точнее для девочек, гламурный винтажик. Прикольная такая детская прическа. И сразу вот эта девочка, она и так была классная. Прям прикольная была. Эта прическа ей прям очень-очень идет. Особенно вот эта заколочка наверху, которая челку держит. Прям, ну прям прикольно. Даже прям видно, где челка заканчивается из этой заколки, то есть где у нее челка лежит. Классно. Очень-очень-очень нравится. Головные уборы не добавили, аксессуары не добавили, и косметики также нету. Что по одежде? Верхней части одежды у нас нету. Платье в полный рост есть. Маленькое такое классное платьишко из гламурного винтажа. У взрослых девушек такого платья нету. Поэтому рассмотрим его расцветки. В принципе, классно. Для детей в, знаете, в эпоху такого 19-го, наверное. Ну нет, не 19-го. Когда был этот вот весь винтажный стиль? Вот в винтажную такую эпоху это было бы очень-очень классно. Нижней части одежды нету, и аксессуаров тоже для детей у нас не добавили. Приступаем к мальчикам, к маленьким мальчикам. Прически есть одна. Тоже у взрослого такой прически нету. Она более тут, что ли, такая незаконченная, как вот эта вот. То есть, например, если здесь у нас волосы уже в объем пошли, и такая маленькая загогулинка висит, то у маленького мальчика объема как такового нету, но такая же загогулинка, челка есть. Вот, поэтому прически чем-то похожи. То есть, у папы и у сына, например, были бы одинаковые прически. Было бы классно. Верхняя часть одежды у нас, вау, у нас есть верхняя часть одежды для мальчиков. Это у нас такой пиджак, ниже, как она правильно называется, та жилетка и футболка снизу, я так полагаю, да, это футболка. Прикольно, цветовые расцветки, двойные все. Ну, прикольно, у взрослого вроде такой нету, мы смотрели с вами, нету, у взрослого такой точно нету. Вот, в полный рост у нас нет наряда, поэтому есть верхняя часть одежды,
А нижняя часть одежды тоже нету. Мне кажется, лучше бы добавили в полный рост. Было бы, наверное, лучше, так же, как и у девочки. Аксессуаров тоже нету, и обуви тоже нету. Но, в принципе, ребят, это был обзор на новый каталог «Гламурный винтаж». Мы с вами изучили одежду. Следующее видео ждите изучение мебели и дворецкого. Тоже поизучаем дворецкого, что с ним можно сделать, как его можно куда послать, что с ним сделать. Поэтому ждите скоро следующее видео обзор на гламурный винтаж. Я вас всех очень сильно люблю, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал Хоба Гивели. Также не забывайте репостить видео в различные социальные сети, рассказывать о моем канале друзьям. Тем самым вы поможете мне быстрее набрать подписчиков, да, у нас станет больше, это было бы очень-очень классно. Вот. Всех люблю, всем пока-пока!